Республиканская добровольная акция «Неделя леса» стартовала на Личине. Основная ее цель – сохранение и приумножение природного богатства. Торжественное начало было положено сегодня в Лиде, у памятника на месте расстрела подпольщиков и партизан в районе улицы Рыбиновского. Здесь собрались представители Лидского лесхоза, общественных объединений региона, школьники и местные жители. В этом году акция «Неделя леса» приурочена к Году мира и созидания, поэтому ее символом стал дерево мира, которое и было высажено у мемориала. После торжественной части участники мероприятия принялись за дело. Представители общественных объединений занялись благоустройством территории у памятника на месте расстрела подпольщиков и партизан, а школьники – наведением порядка в близлежащем лесном массиве. Уже стала доброй традицией, что наша Лидская районная организация «Белая Русь» ежегодно принимает участие в республиканской акции «Неделя леса». Вот уже 16 лет мы высаживаем деревья в лесничествах нашего района. Главная цель этой очень важной акции – это привлечение внимания общественности к проблеме возобновления лесных фондов и, конечно же, к бережному отношению к нашей природе. В этом году акция «Неделя леса» приурочена Году мира и созидания. Как известно, созидание – это создание чего-то полезного, величественного и прекрасного. А что может быть более величественнее, чем сама природа? И поэтому очень важно сохранять и приумножать богатство нашей страны. В этой акции ежегодно участвуют и трудовые коллективы, что способствует их объединению, и семьи с детками. И очень приятно, что мы совместными усилиями можем сделать нашу любимую Личину, нашу родную Беларусь прекраснее. Наша Лидская районная организация Белорусское общественное объединение ветеранов ежегодно принимает в акции «Неделя леса». Это республиканская акция. И то, что символично, ежегодно здесь присутствует молодежь и БРСМ, и представители средних школ, учреждений и образования. Вот. И то, что это мероприятие проходит в год памяти, мира и созидания. Вот. А созидание – это движение вперед. Сберечь то, что у нас есть. Лес – это наше богатство. И сегодняшний день, который открывает эту акцию, присутствует очень много молодых ребят. Вот. Все вложат свой труд в то, чтобы привести порядок прилегающей территории, лесные массивы. Ну и в частности памятники Великой Отечественной войны, в которой мы сегодня находимся. Памятник погибшим комсомольцам и подпольщикам города Лиды. Вот. Поэтому, коль мы уже, так скажем, в возрасте, молодым ребятам нужно это все понимать и дальше двигаться. От них зависит будущее нашего государства. В рамках республиканской добровольной акции «Неделя леса» сегодня на большей части специально отведенного участка площадью 6,3 гектара в лесном массиве на территории Бердовского лесничества было высажено 18 тысяч молодых деревьев. Над созданием нового леса трудились учащиеся Дворичанской средней школы, Лидского государственного политехнического колледжа, а также работники лидских предприятий и организаций, производственного управления «Лидогаз», Центра банковских услуг в городе Лиде Белагропромбанка и Лидско-Березовской Росдосааф. Мы с радостью приняли это предложение, подышать свежим воздухом, выйти после бумажной этой работы сюда. Все у нас получается, научили, очень интересно, впервые, по крайней мере, я это делаю. Ну, коллективу нравится, мы готовы еще. Поучаствовать в акции «Республиканская неделя леса» Белагропромбанк присоединился с большим желанием. У нас сотрудники, которые уже давно мечтали об этом, мы, правда, первый год только участвуем, но коллектив очень позитивен, настроен на участие в этой акции, для того, чтобы мы понимаем, как важно лес в нашей республике. Поэтому все очень активно подключились к данной акции. Мы ежегодно участвуем в подобного рода мероприятиях. Естественно, к данному предложению, к данной акции, которая проходит, в принципе, по всей стране, мы относимся крайне, и коллектив наш относится крайне положительно. Вот, мы понимаем, что сейчас вот в такие вот моменты ежегодно мы закладываем для будущего, для будущих наших поколений основу, красоту, оказывая помощь в восстановлении природы нашей прекрасной Беларуси.
Республиканская добровольная акция «Неделя леса» на Личине продлится по 22 апреля. За это время планируется облагородить территорию у памятных мест, навести порядок в лесных массивах вблизи дорог и населенных пунктов, а также высадить порядка 150 тысяч новых деревьев. На акции «Недели леса» принимают участие все желающие. Можно как высадить лес, отдельные деревья, либо на лесосеках. Также можно производить уборку леса от мусора, от загрязнений. Наведение порядка в знаковых местах. Это и памятники, и какие-то архитектурные сооружения. Также очень отрадно, что у нас на этой акции столько желающих сегодня было, добровольцев. Вот, поэтому я думаю, что акция пройдет очень хорошо, результат будет очень положительный, все останутся с хорошими эмоциями.